Радио 54. Так круто, что именно мы попали вот в эту эпоху, что именно мы застали 50 лет. Мы живем в два раза меньше еще, чем существует. Да, мне 24, наш клуб. А Наташе тоже немного, поэтому... Поэтому, да, это большая ответственность, безусловно. Но Квант живет всегда молодыми, скажем так, действующим составом. Это все-таки студенческий клуб. Это только физфак? Вот это такая традиция? Конечно, нет. Но исторически так сложилось, что клуб родился на физическом факультете. Но сейчас это клуб друзей, дружественный клуб. Люди есть отовсюду. Ну, есть определенные традиции, что президент и вице-президент клуба обязательно должен быть с физфака. Ну, это тусовка людей, которые... постоянно что-то хочет делать. Снимать видео, делать тусовки, делать мисс НГУ. Кстати, университетский конкурс красоты делает клуб Квант уже 23, 4, 5. То есть это здесь... традиционно ваше мероприятие? Да, по креативу, да. По организации? Да, по безусловно, нас НГУ поддерживает организационно, там, со всех сторон, но вся творческая составляющая, организационная в плане, ну, организовать сам процесс, люди, это Квант. Угу. Квант делает мисс НГУ. Мне очень нравится, как говорит наш финансовый директор, не Кванту нужны люди, а людям нужен клуб Квант. Здесь каждому найдется место, даже если ты не хочешь выступать на сцене или писать юмор, ты всегда найдешь, чем тебе заниматься, если ты хочешь там быть. Это прежде всего клуб друзей, клуб каких-то деятелей чего-то крутого, людей, которые хотят что-то делать. Ну, например, смотрите. На радио ходить. Да, тоже хорошо, молодцы, что пришли. Спасибо, что пригласили. Участвуем. Мы ездим в замечательный такой городок Долгопрудный Московской области, в МФТИ, в гости к нашим друзьям. И даем там сольные концерты и участвуем в их праздничной неделе тоже. Это дни физика МФТИ, знаменитые дни физика. Раньше они гремели на весь Союз, сейчас это более такая локальная тусовка, но тем не менее. И вот последние два года мы ездим прям полным составом, практически очень большой частью клуба. И когда мы первый раз приехали полным составом, после нашего капустника была такая классная вечеринка на улице со всем физтехом, очень много людей. И наш финансовый директор, непонятно как... Надо очень... было его пригласить, кстати, вы несколько раз... А это предыдущий очень быстро, он просто взмыл на... На здание. На здание, да, на... И украл флаг. И украл флаг, просто там торчал флаг, не физика. И он его схватил и побежал, непонятно куда, только пятки сверкали и летели искры в разные стороны. И когда мы приехали спустя год... В этом году, да, в этом году, вот наши друзья, это тьма, это экспериментальный... Ну, тоже коллектив. Да, да, это театр, да, да, Сэма. Они подарили нам огромный флаг, распечатали с нашим логотипом. И там написали, мы... что Квант крадет флаги. То есть у вас такой флаговый обмен. Да, это было чудесно. А мы все равно украли еще. Нам было очень... никто не знает. Нам было очень приятно. Твой дом, твоя область. Новосибирск, 106.2 FM.